Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Всем привет, народ. Так, я получил посылочку с телефоном Motorola. Так, душа, чмокаю, не обращайте внимания, тут конфеты макнула от горла, заболел немного. Вот, ну, прислали, конечно, в такой говняной коробке, просто ужас. Раньше присылали, ну и сейчас, в принципе, бывает присылают фирменные. Таких коробках присылать редко, но все же иногда бывает. Не очень приятно. Из комплекта тоже одна зарядка. Ну и сам телефон. Телефон у нас вот такой. А телефон у нас Motorola V8. Металлический корпус. Золотистый. Вот такой. Ну, выглядит, конечно, хорошо. Единственное, что меня смущает, это вот эта вот щелька между крышкой и панелькой. Крышка это съемная у нас. Батарейка, все дела. Разъем под сим-карту. Ну, в общем, ничего примечательного. Все как всегда. А вот то, что не до конца закрывается, это, конечно, косяк. Не очень хорошо. Но так все. Общий вид телефона очень даже хороший. Выглядит, конечно, солидно. Более пластиковый, вживую смотрится гораздо лучше. Сейчас мы включим. Тут два экрана, как вы могли уже заметить. Есть камера, есть такой, как бы этот самый, как бы это выглядит, датчик, что ли. В общем, оповещение, что Bluetooth включен, и зарядка. Вот. Такие маленькие штучки. Не знаю, зачем их сделали. Поскольку они как бы особо не нужны. Вот у нас включился телефон. Видно, у нас экранчик здесь. Тут у нас кнопочки. Кнопка регулировки громкости. Тут какие-то кнопочки. Или, а нет, это не кнопка регулировки громкости. Это переключение режима. Угу. Да, это из тихого режима, там только вибрация, без шума и так далее. А вот это громкость, наверное. Тоже нет. А это тогда что? Стиль оповещения изменит только на вибрацию. Вибрация и ноль. Что-то непонятно. Ну так, а вот разъемчик у нас для microUSB. Это под зарядочку, поскольку у нас идет microUSB. Так, ну вот, сам понимаешь, русский язык уже здесь стоит. Можете убедиться в этом. Вот он. Так, вот у нас телефончик. Ну, собственно, все. Больше ничего такого-то и нету. Обычный телефон. Ну, так, внешний вид, в принципе, неплохой. Таскать можно. Все, всем спасибо, пока. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.